Хоккеисты-любители из Красноярского края стали победителями ночной хоккейной лиги. Финальные соревнования Всероссийского фестиваля среди любительских клубов прошли в Сочи. Команда «Сибирь», в которой играют жители Минусинска, Шушенского, Емельяновского района и поселка Подгорный, заняла первое место, выиграв малый кубок турнира. Четверо игроков «Сибири» стали лучшими в 6 номинациях из 7 возможных. Наших ребят признали самыми сильными вратарями, бомбардирами, защитниками и нападающими. При этом команда собралась всего год назад, и это ее первые серьезные соревнования. Как у нас проводились тренировки? Пятница, 22:00, Подгорный, начало. Мы тренируемся 2 часа до 12 часов ночи, ложимся там спать. В 6 утра опять тренировка. И так каждую неделю. Семья скандалит, детишки говорят: папа, куда ты пошел? Мама говорит: оставайся, надо много дел делать. Но мы очень любим это. Это наша, говорю, часть уже жизни. С командой встретился губернатор края Виктор Толоконский. Он поздравил хоккеистов с победой, вручил почетную грамоту и благодарности руководителю клуба, игрокам и тренерскому составу. Кроме того, на встрече обсудили перспективы развития любительского хоккея в нашем регионе. Губернатор пообещал оказать поддержку не только команде-чемпиону, но и содействовать созданию так называемого сельского дивизиона. Давайте, я не возражаю, чтобы мы отработали какую-то дополнительную, специальную грантовую программу по строительству хоккейных коробок именно в сельских населенных пунктах. Вы не только популяризируете хоккей в Красноярском крае, не только создаете возможности для привлечения к физической культуре многих людей, кто, может быть, раньше этим особо и не занимался, но вы и укрепляете авторитет нашего края.